Индекс шанхайской фондовой биржи продолжал лихорадить на торгах в среду, несмотря на решение Центрального банка Китая снизить ставки по депозитам и кредитам. В целом это помогло рынку снять напряженность, но вернуть рынок на место данная мера Центробанка не в состоянии. Китайский рынок не может выйти из красной зоны. Подобная турбулентность начинается всегда, когда происходит изменение экономических условий. Она напоминает усиление порывов ветра перед мощным цунами. Это поднятие процентной ставки в сентябре в США и очередное снижение ставки в Китае. Китайские аналитики прогнозируют, что в обозримом будущем темп роста экономики продолжит замедляться. И не исключено, что в ближайшее время Центробанком могут быть приняты новые стимулирующие меры. В то же время эксперты указывают на необходимость реформирования всей китайской экономики, поскольку снижение ставок не станет альтернативой экономическим реформам.